Всем добрый день. Добрый день, мои хорошие. Капец, как у нас жарко. Вышла на балкон. Мама моя пошла в магазин. Вот, там акция должна быть на красную рыбку. О, это же Высенка пришел. Жара такая просто невероятная. Я говорю, мама, не иди. Не, пойду прогуляюсь. Вот. А я включила кондиционер. И вот Бусинка всегда, когда ему слишком жарко, он всегда лежит, вот, чтобы на него дуло. Вот видите, у нас вот такие сверху решетки. Это кондиционирование. И так в каждой комнате. И этот лежит тут, а этот лежит тут. Где мой Сенечка? Ты хекал? Что такое? Чё ты кашляешь? Ты, Лайка. Ой, так вот затягиваю наполовину, знаете, чтобы всё-таки закрывало солнце. Ну просто, ой, просто достало уже эта жаришка. Блин, смотрю в камеру, этот стол как пенсионеров, знаете. Раньше презервативы прятались, а сейчас так, чтобы фары хорошо видели, чтобы ходовая ходила, чтобы мотор работал. Короче, чтобы в гараже фары сомкнулись, чтобы спать. Короче, куча всякой всячины. Капец. Да, мои зайчики, так и живем. Так. Ой-ой-ой, пока трындела, забыла, что... Блин, вся пенка уже вытекла. Так, сейчас. Так, это я поставила курочку, отвариваю для окрошки. Вместо колбасы будет мяско. Вот так. И будет нам сегодня вкусно. Боже, Барни так тяжело дышит, просто какой-то кошмар. Что такое? Что случилось? Жара, конечно, неимоверная. Меня спрашивают, что это у тебя висит? Это я, ребята, когда варю, жарю все это, чтобы не летело все в ту сторону на кофе, на все, то я вот таким вот образом прикрываю полотенюшком. Все, готовлю. Все, только что переложила с формы на тарелку тортик. Так что вот такая красота будет ждать своей очереди. Когда мы будем пить чаек. Ах, вкуснота да вкуснотища. Все, ребятушки, мы приехали уже в аэропорт. Вот, видите, оставляю машину с открытой дверью. Ну, надеюсь, что тут, в принципе, нечего воровать. Документы с машины забрала. Этот. Самое ценное там, что все будет нормально. Вот. Теперь идем на прилет и все, и будем встречать. Уже и тут вон выезжают места. Там мы просто как раз стали вдоль дороги. Ну ничего, ей. Тут, конечно, шерстят машины конкретно. Но
У нас нечего. Нечего там воровать. Пустая машина. Так, ну поехали, поехали. Опс. Вечером красота. Днем все забито, куча людей. Это сейчас уже без 5:10. Так, людей мало, тихо. Пойдем посмотрим, сынок, на это, на табло наш. Посмотрим без опоздания. Так. Мы пошли тогда сюда и будем ждать. Мы приехали, правда, на 10 минут раньше. Ожидаем. Ждем, ждем. Нет нашего папулькина. Мы уже ужинать хотим. Голодные, как собаки. Да, сыночек? Сегодня шел Даниил на тренировке. Пока пришел, шел туда-назад. И сгорели все руки. Такая у нас жарища. А сейчас еще и духовка дома работает. То вообще все прелести жизни. Папулькин наш идет. Тоже за причухан. Ну такой как я. Все, мы идем домой, 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 домой. Тебе расскажут. Ты что-то вырвешь? Нет. Правда это. Даже сказала, никто не знает. Для кого? Я со своих 28 тысяч взял. Нет, нам туда, на переход. На переход. Нифо. Вот работаю. Вот я работаю, видишь, у меня вот есть даже документы, что я работаю. А ты не работаешь. А чего документы? От той поломанной машины, которую ты мне... Так, а ты, Гера, ты что, убираешь в аэропорту? Где ты работаешь? Да, где она работает? Да. Блогером? Все, ребят, мы пошли домой. Не факт. Что не факт? Не факт, что домой. Не факт, что пошли. Ну, оставили. Я вам оставил. Я ж смог. Кстати, а почему просто багажник? Да. Не, не надо туда, чтобы забыли документы в машине. А рюкзак? Все, погнали наших городских, конечно. Сейчас этот, я пойду спать и пойду кушать. Ты будешь ремонтировать машину до утра. Пока машину не отремонтируешь. Не, не. Не.
Все, мы погнали домой. Кто встречает папу? Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? А больше я уже рад кот. Ну заходите, то у меня прохлада выходит. Снежинка, папа. Снежинка. Кстати, где папа на выходительное? Тут снежинка. Куда он там? Туфли ехал. Не животик кожен. Да ты снежинка, скажи, а такая уже. Тряпочка орясная. Ой, ну пизер, тряпка в зубах. Ой, кошмар. Да, ну как так могли? Ну что ты? Ну все, папа приехал, все, никто тебя не обидит теперь. Ой, боже. За 30 он на тебя. Все, все, хватит жаловаться. Солнышко, папе. Ну что такое? Бежали. Вот так вот делали с тобой, да? Вот. Чат. Ой. Ладно, да ничего не привезешь. Барни, хватай. Барни, сотерпи. Ой, снежиночка, папе. Папе на бубочку. Ну как ты так? А, это бинты, и это, открывай, там еще что-то есть. Это столик мой бан? Я так же знал. Тебя обижали, ты такой какой-то немножко невеселый. Че, не мог их покусать, как писала? Катувалы! Укусил бы тебе, стало сразу хорошо. Нет, коту это только лучше. Вон там, вон. Под сеткой. Ой-ой-ой. Йоху! Поразает. Это шоу, но собрыжи донесет. Папа, да, да. Снимаешь, что снять надо. Конечно. С мамой выбирали вместе. А, так мама знала? Конечно. Открывай, открой, покажи. У тебя был шанс их не увидеть, потому что Барниша был ровно час успеть. Это он уже этот грызет. Это ворлан самая. Не, я не поверю дальше, потому что как-то раз собака и подрался к вам с перчаткой. Потом у тебя не было перчатки. Барнюша, ну иди сюда. Барнюш, скажи, а ну-ка. Скажи, я тебе сейчас напедалю и без перчаток. Барнюш, что с тобой происходит? Не, надо ехать в дорогу. Я тут не справлюсь. Я же тебе сказала, что надо. Я думала, что тут нормально все, а что получается, что как бы... Не, ну летом нужно, это же не то, что... Даже не вижу. А ну-ка, сыночек, так, проси. Ну, делай. Ну, сделай. Да, не надо, уже поздно будет. Барнюш, все, нельзя. А когда я потрогаю, не сильно твердые. А мне что ты привез? Тебе привез. Грязное белье. Этот Гуччи. Это его сумочка, ты привез, чтобы каждой девочке должна быть красивая. У каждой сумочки девочки должна быть. А, это под мое бело-синенькое. Если что, я буду, да, стоять в БМВ. Дырочку вырезаешь через голову и все. Все, ладно, ребята, все, мы будем кушать. У нас уже все стоит, бабулечка подготовила, так что мы будем ужинать. Это тебе тоже на выборы. Всем до встречи, пока-пока.